Дорогие югорчане, от сердца души сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Христос рождается, славите Христа! Хотелось бы всем нам пожелать в этот непростой период времени, в который мы проживаем, крепкого здоровья, помощи Божией во всех наших делах, чтобы мы заботились друг о друге, берегли друг друга. И, конечно же, достойно встретили Рождество Христово. Ибо Господь грядет к нам для того, чтобы спасти род человеческий. И Господь нас любит, по Своей любви снисposылает Своего Единородного Сына, чтобы Он помог бы нам прийти к Нему через любовь к ближнему. Ибо невозможно любить Бога, быть сыном или дочерью Божией, не имея любви к ближнему. А ближний нас — это каждый человек, встречающийся на нашем жизненном пути. Хотелось бы, чтобы Рождество Христово для нас было основой любви, которую мы поимели бы в своем сердце. А для этого нужно, чтобы наша душа, наше сердце стало теми добрыми и теплыми яслями для Богомладенца. Всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником Рождества Христова. Пусть милость и помощь Божия и любовь нашего Господа пребывает со всеми нами. С праздником!